Так. Вышло дополнение «Гнев друидов». И Вальгалу обычную наиграно около 150 часов, даже чуть больше. Пройдены вроде как все вопросики, там вся вот эта параша дополнительная. И из разряда достижений, ну, я не знаю, кто их делает полностью. Там что-то не сделано, несколько достижений у меня. Интересно, что здесь в дополнении будет. Ну, сразу скажу, вот эта вся татуировки, вот эти волосы, корабли, там цвета кораблей, меня особо вообще не интересует. Интересно, сюжет какой будет. Ну и геймплей немножко. Самую малость. Может, какое оружие интересно добавить. Вот 157. Продолжить. Сейчас подзагрузится и будем что-то узнавать. Первый раз захожу после обновления. Обновление там что-то 27 гигов. Наш товарищ. Так, что у меня тут? Экскалибур, получается, вот светится. И молот, этот, копье Тора или кого там, или Одина. Ну и наряд. Весь этот прикид, это броня Тора. Школа медведя, там все дела. По мне, топовая броня. И остальные, не знаю, зачем их одевать, просто ради внешнего вида. Уже не интересовался какими-то бонусами, что они там дают, прибавку к силе или еще к чему-то, к скорости. Можно будет посмотреть. Похоже, у нас гости. Похоже, у нас гости. К западу лежит Ирландия, которая пытается объединиться под властью одного верховного короля. Но обитатели различных ирландских земель не доверяют друг другу, лелея старые обиды. А рядом с ними пытаются найти свое место, поселившиеся в этих местах викинги. Удастся ли Рейвенсторпу завести друзей в таком далеком краю? На причале вашего поселения появился человек, который поможет начать новое приключение. Кто бы это мог быть? Сокровище реки Экс. Это у нас путь в Ирландию. Нажал, не успел. Так, тихо. О, это не туда. Так, что там по предмету у нас? Какая-то параша. Цвету. А, это мне речные набеги было дополнение. Но оно вроде как постоянное. И вот это все вынесли оттуда. Ну вот что, например. Так, как там прочитать-то? Свойства сравнить. Свойства. А, нет. Надо вот именно этого предмета сравнить подробнее. Вот. Где подробнее. Атака возрастает, если проткнуть врага насквозь. Проткнуть врага можно завершающим тяжелым ударом двуручного меча, либо особой леворучной атакой копьем. Ну, все правильно. У меня и то есть. Дальность. Длительность 10 секунд. Бонус 30 атак. Ну, неплохо. Скорость доп. Увеличения. Короче, понятно. Формулы не видно скорости. Неплохо, но недостаточно. Берсерка, мы в ней проходили все. Штаны Тора сейчас будем искать. Так, что там в сумке? Кстати, надо пир устроить. Я даже не знаю, что тут. Есть еще какие-то то ли карты сокровищ, то ли что. Вот их когда-нибудь на досуге можно будет поделать. Ну, пока что. Что вот с этой парашей со всей делать, да? Интересно. А, подсказки. Ну, на реке я пока не собираюсь. Так, как там? Предметы. Пометить. И все равно что-то есть здесь. Зараза. Ну, ладно. Навыки. А, ну есть два навыка.
А, нихера, еще что-то появилось. Я понял. Но если так прикинуть, 1000 и так вкачано сколько навыков, так теперь еще больше будет. Так, ну-ка ближе, что там. Ускорение Драккара, это все параша. Надо вот это позырить. Так, и внизу что-то есть. Чего тут? Добыча ворона. Убитый в дальнем бою, ну неплохо. Критический удар, так. Слабые удары, ну все понятно. Стандартная проходная параша. Легкий лук. Лука севера. Вы не вздрагиваете от полученных ударов, когда целитесь из лука. Но восстановление эффекта нужно несколько секунд. Ну. Так, хватка ассасина. Это что-то новое из дополнения про речные набеги. Так, здесь вот это тоже. Готовность. Неплохая тема. У нас 2 очка. Готовность, я думаю, можно брать, в принципе, самое такое здравое из всего. Тут стандартные проходные, это все даже можно не считать. Ярость. Атаки врага не прервут ваших действий, когда вы в следующий раз парируете или нанесете удар с помощью оружия или щита, находящегося во второй руке. Она установлена, ну понятно. А здесь что? Бесстрашный прыжок. При активации увеличивает область поражения при атаке в прыжке и позволяет выполнить ее с любой высоты. Нормальная тема. Может, можно будет где-то обузить использовать. Так, и здесь. Что это? Правильно я хоть смотрю. Так. Ну это Драккар, стрелы, маркетант, провизию найти, неплохо. Опять же, проходное и холодная ярость. Атаки врага не прерывают ваших действий, когда вы наносите серию обычных ударов. Все ясно, все понятно. Пускай это все так и останется. База данных. Добавилась, по-моему, Ирландия. Так, география, что там? Фракции 4 добавились. География открываем. Рептон. Хрен знает, что это такое. Так, в 9 веке Рептон был важным центром власти для мерсийской королевской семьи. Из-за того, что там находилось захоронение мерсийских королей, это место имело особое символическое значение. В 873 году Хальфдан Рагнарсон захватил захоронение и превратил местную церковь в заставу на пути к зимнему лагерю своего войска. Не самое тонкое решение. Ну да, понятно. Конечно. Так, и что, все что ли? Так, география, понятно. Значит, еще что-то будет, наверное, прочитать. 24 из 29. Наверное, 5 областей какие-то еще будут. Фракции. Ротинонгсони. Хрен знает, кто это такие. Люди длинного дома. Крепкий народ, которому приходилось в каком-то смысле терпеть викингов в своих землях. Даже спустя многие годы после того, как скандинавы ушли, это племя с древних времен, жившая в Северной Америке, продолжила свое существование. А, это в Северной Америке. Видать, пропустил, не прочитал. Ну ладно, задание. Сокровище потом. Сокровище, вот это наследство. Мощь 407. Откуда такая мощь, интересно? Ирландия. Путь в Ирландию. Входит в цепочку гнев друидов. Круто. Эйвору нужно открыть торговый путь в Рейвенсторп. Новоприбывшую. Значит, какая-то дама. Все, поехали.
Да пошел ты. Ну тебя. Заводные, да не надо. Так, какие пиры стоят? Я уже забыл, как что нажимать и передвигаться. А, вот альт. Это получается рывок. Так, эфир по-любому. Чутка увеличить надо характеристики. Там неплохие прибавочки. Наверное, это будет туда, где вот вновь прибывшая это стоит. Ну, кстати, этот корифан задание выдает. Ну-ка, а что он продает? Меня никогда не интересовало, что он продает из разряда. Рад видеть тебя. Ага. Так, где там? Что предложишь себе? Так, плащ Драугра. Ежедневная подборка. Рисунок. Парус. Скакун. Ну смысл какой в этом? Юджин. Щит. И татуировка. Ну и бредятина. Мне пора. Увидимся! Вот эти вот фонарики мне нравятся. Самое крутое, что можно было придумать. Хайсам! Мы так не договаривались. Хайсам! Хайсам, ну это же этот, который из ассасинов. Может, ты поможешь мне найти Хайсама? А зачем он тебе нужен? Он ждет меня с товарами из Ирландии. Моим судам позволят здесь пристать? Азар! Вижу, ты и Эйвор уже встретились. А, так ты и есть Эйвор. Значит, у меня для тебя весть из Ирландии. Я никого там не знаю. Это письмо от короля Дублина. Увы... Оно, кажется, пропало. Король Дублина? Зачем бы ему мне писать? Он хочет расширить торговлю с Англией. Вот для чего я, собственно, здесь. Азар с востока, но живет в Ирландии. Что до торговли, Азар, королю следовало написать Ранби. Он сказал, что Эйвор знает его. И просил сопроводить тебя на пути туда. Я не знаю никаких королей и не собираюсь в Ирландию. Но сперва, Азар, тебе нужно построить торговый пост. И где твой корабль? А, да. Увы, у нас случилась неприятность. Наши соперники перекрыли судам путь вверх по реке. Это повредит всему Рейвенсторпу. Жди здесь, я ими займусь. Как видишь, Эйвор любит действовать быстро.
Найди меня, когда река будет свободна. Конечно, друг мой. Спасибо, Эйвор. А я пока разыщу письмо короля. Ты все твердишь, будто я знаю какого-то короля. Что за вздор? Да что за король может слать мне письма из Ирландии? Действительно. Так, где это вообще задание? А, вот. Думаю, вот к этой птичке и до сюда. Открыть торговый путь, да без базара. Сейчас мы все откроем. О. Китан. Давно уж не заморачивались с титаном, с вольфрамом, со всей этой парашей. Ну, апнутая экипировка на максимум, чуть-чуть еще надо. Неплохой, я не помню, вроде как купил его за какие-то значки вот у этого реда, что ли. Ага, вот и место, что нужно расчистить. Лети, Сюнин. Так, получается два берега. Сейчас можно будет... Так, как там спешиться-то? С... Так, что там лук у нас? Ох, отвык я уже от этого всего. Рекурсивный гунов. Так, скади одетый. Охотничий рекурсивный. Нападут, как только увидят. Как хорошо. Спрятаться. Что там привлекло взор лодки? Я уже забыл, как там лечиться. И чё? Эй, лечиться. Так. Способности-то на чё там? Один, два, три. Отец!
Так, а это что, просто взорвать? Тоже взорвать. Что-то не понял. Сундучки какие-то новые, припасы. А, постройки, уничтожать. Все понятно. Так, факел на что там? Вот это. Собьет с них спесь. Так, южник, значит, эти постройки уничтожил. Теперь на том берегу, скорее всего. Я так подозреваю, тут где-то еще товарищи есть. Вон стоит. Так, надо вспомнить, что у меня там по способностям. Валькирия это у нас, блин, четверка. Это что? Обжигающая. Перпани. Единица, что ли? Чё он? Ну-ка. Дополнительный урон. Дуга огня поджигает всех. Так, это что, пинок на двойку, наверное, на тройку. Ну и четверка, что, ядовитый удар? А нет, это двойка. Самое крутое в этой игре, что кучу разных способов есть. Полазить по стенам. Интересно. О! Чё-то ни кипиша никакого, ничего нету. Спокойно все. О! Сейчас мы его загасим. Thank you.
преграды. Все посрамлены. Река свободна. Теперь надо узнать, что это за король Дублина. Так, сокровище какое-то есть. Что нам Сюмин? Что ты видишь? Так, Сюмин что? Он особо ничего не видит. Лучше карту ее заметил так. Так, морская преграда. Что там, приближается? Ну... не отображается за этим. Значит, такое мелкое сокровище. Папочка. Мелочь. Ну тогда в поселение, я думаю. Так, что это он? Какая леска, ты чё? С ума сошёл, что? Вытащить леску, забросить прицел. А? Так, раз это все, значит обратно путь в Ирландию. Добывайте ценности, чтобы улучшать поселение. Личные набеги — это круто. Потом как-нибудь. Тем более я уже не знаю, что там улучшать. Для личных набегов корабль улучшать, что ли?
Сори. Здравствуй. Здорово. Сто метров. Так, что не домик там или что? Да, походу. Палатка пока что. Потом, может, домик будет. Азар, река чиста, не считая пары тел и кучки досок. Твои товары скоро будут здесь. Значит, слухи о тебе не лгут. Хотя мне так и не ясно, почему ты брат волка. Из-за шрама на шее. А, тогда меня вызвали бы Азар с одним глазом. Спасибо, Азар с одним глазом. Мои люди помогут тебе построить пост. Значит, я дважды у тебя в долгу. Передумаешь насчет Ирландии, ищи меня на торговом посту, когда его построят. Кстати, твое письмо нашлось. Вот. Строительство завершено, ирландское государство. И письмо. От славного короля Дублина Барида. Мак Имара. Интересно, кто это? Привет тебе, Эйвор. Надеюсь, ты порадуешься такой неожиданности. Много лет прошло с нашего расставания. До меня дошла весть, что мы с тобой теперь живем по одну сторону Северного моря. Уверен, дело у тебя не в проворот, но, быть может, ты найдешь время, чтобы встретиться. Заодно наладим торговлю между нами и твоими норвежцами. Азар как раз ищет, с кем бы еще поторговать. Жду тебя. Надеюсь на скорую встречу. Твой кузен Барид. Кто это? Так мой родич Барид жив. Он король Дублина. Норны не перестают удивлять нас. Эйвор, ты все же собираешься в Ирландию? Азар, я же не мог знать, что король мой родич. Но ведь так веселее, разве нет? Ты не любишь загадки? Признаться, не люблю. Но сейчас был приятно удивлен. Он жаждет тебя видеть. Отплываем? Да. Я хочу увидеть эту страну. И Барида. Ирландия. Что-то по скринам так на первый взгляд прикольно там все сделано. И вот эта вот тема про друидов интересная. Напоминает Ведьмака. Особенно вот эти все черепа. Вот эти как на лешего похожи. Уровень, индикатор, сложность. Все это понятно. Тоже там интересно, но как? Ирландия. Россыпь мелких королевств, спорящих за зеленые холмы и долины. Мой новый дом. Азар, Барид викинг до мозга костей. Как он стал королем Дублина? Дублин – город викингов, Эйвор. Правда, по его грязным улицам шляются торговцы и нищие со всего света. Странно думать, что Барид – король города. Это только звучит красиво. В Ирландии очень много королей. С
страна ими кишмя кишит. И власть Барида не прочна. Здесь все решает Флан Сина. А это кто? Будущий верховный король Ирландии. Викинги нужны Флану, но он не доверяет. Барид с ним поладил. В детстве он не слишком любил драться, но всегда добивался своего. Может, ты и прав. Во всяком случае, люди его любят. Неплохо. Вообще неплохо. Твои люди найдут здесь кровь. Пойдем, разыщем Барида. Крови, это ты! Как ты похож на тетю Росту! Барид, а ты до сих пор похож на мальчишку. Много лет прошло с тех пор, как мы швыряли огрызки в старину Ганфрида. Он нас так и не простил. А как Сигурд, как клан, как вы все? Рассказ будет долгим, Барид. Дай мне надышаться вашим воздухом. Спасибо, что не дал спалить мои гавани, пока меня не было. Мои гавани? Да, старик, я могу править городом и без тебя. Эйвор, ты вовремя. Сегодня я устраиваю пир в честь моего сына Шихфриха. Ему 17. Твоему сыну 17? Да, и характер у него непростой. Пойдем, по пути в мой замок я тебе многое покажу. Королевство, сын и замок. Похоже, тебе повезло в жизни, Барид. Замок? Это просто деревянный дом. Красивый, да, но в Ширазе в нем и торговец коврами не поселился бы. Что ж, веди меня в свою жалкую лачугу, Барид. Ничего, будет нормальная лачуга еще. Смотрите, сразу эти значки появляются. Оп, значочки. Состояние тайны, вон две тайны даже есть, 4 артефакта, ну это, наверное, какие-то татуировки. Кто-то уже тут фотки делает, ладно. Это 3D, наверное, здесь тусуется. Птичку открыть надо. И вообще, ну-ка, территория какая? Территория приличная. Коннахт. Митс. Митс. Концепт арт. О! Набег. Вон, типа, состояние. Раз, два, три, четыре, пять. А тут сколько? И тут три, да, но это все. Митс, Дублин. А тут вон больше состояний. Потом что еще есть? Ульстер. Тут артефактов побольше. И тайн. Тут вообще миллион. В Ульстере. Ну, вообще не... Ну, прям прилично здесь. Учитывая, что это только начало. Ну, пойти по квесту, а потом уж как освободят, пошариться по золотым точкам. Не отвлекайся! Гляди! Город, конечно, еще мал. Но здесь самая большая гавань во всей Ирландии. После местной вони еще больше ценишь чудный ирландский воздух. На вони этой гавани будет крепко стоять мое королевство. Азар говорит, что твоя власть здесь не вполне упрочена. Королю Флану трудно угодить. Но торговый Дублин обогатит всю Ирландию. Если убедить в этом Флана, корона останется за мной и перейдет к моим детям. Корона не мое дело.
Но торговые связи я тебе обеспечу. Поэтому я и доверяю их тебе, старик. И как ты его терпишь? Терпит же он меня. За мной еще рок. Почему старик? Это ж баба. Или это все-таки мужик? Здесь я тебя оставлю. Не опоздай на пир. Что за бред? Я скоро буду. Потерялась, что ли? Потом по-любому что-то ему купить можно будет. Я так и не понял, баба это или мужик, чё он говорит, старик. Барин, мой государь. Ифе, это Эйвор. Покажи ему лук, что я заказал тебе для него. Ну-ка. Это для меня? Какая искусная работа. Мой лучший лук. Попробуй. Порази все мишени, прежде чем кончится песок. Успеешь? Извините меня, конечно. Ну, у меня лук-то за спиной покруче. Конечно, успею. Готовься восхищаться. А ты не прочь похвастать? Ладно, сядешь в лужу, краснеть буду я. Посмотри, как я стреляю. Охотно? Давай. Эх, зараза, зачем я согласился? Отличный выстрел! Че, вроде все. Это прекрасный лук. Спасибо, Барит. Так стрелять, едва сойдя с корабля, может лишь настоящий мастер. Норвежский. Ну давайте читанем, чего там зовут. Где он? Ну-ка. Попадание в уязвимое место отравляет врага. Ну неплохо. Легкий лук, атака. Проще, если прокачать, может нормально будет. Тут что там еще? Длительность 10, восстановление 15. Ну, отравление это неплохо. Ладно. Прекрасно, Родич. А это что? Дом Христа? Да, это их церковь. И в Дублине, и во всей стране христиан больше, чем нас. Даже среди норвежцев. Ты миришься с ними? С ними? Я и сам хожу в Дом Христа, равно как и в Дом Тора. Пока Бог хранит меня, я готов беречь его алтарь. Интересно. Я поднял Дублин из груды пепла. 20 лет назад викинги были побеждены. Мстительные ирландцы сожгли город. Азар говорит, это город викингов. Норвежцы основали его, а я отстроил. Получив корону, я стал королем развалин. Вот он, впереди, мой дом. Жалею лишь, что жена и матушка сейчас не встретят тебя. Они отправились в горы. Целебные воды там должны поправить здоровье матушки. А я остался вразумлять моего отпуска. И устраивать пир? Приготовления уже начались. Да, здорово. Вот мы и дома. Отдыхай. Я должен переговорить с сыном. Приходи вечером, я вас познакомлю. Повеселитесь на празднике. Но король? Что тогда станет с Дублином? Мальчик еще молод. Подождем лет, наверное. Еще 5 лет этих глупостей, и мальчишка сведет нас всех с ума. Ну, прям прикольно. Перемещение бы открыть. Там потом уж по этим походить. К торговцу заглянуть.
поселение украшают статуями. Вон так. Тоже вроде как-то такие ставил. В поселке. Это не то, что я хотел. Потом вот это надо будет расшарить. Возможность для набега. Вот тут что такое? Торговый пост. Прикольно. Ну ладно. Потом пошарюсь. А тут сохраню, наверное.